Здравствуйте, друзья, подписчики и гости канала. Мы сейчас находимся в городе Кутаиси у собора Баграты. Храм Баграта или Успенский собор – это визитная карточка Кутаиси. Огромный и могущественный храм возвышается на холме и виднеется практически из любой точки города. Сейчас здесь находятся священники этого храма. Подойдем и попрошу, чтобы он рассказал краткую историю этого храма. Когда построили, кто построил и так далее. Akeden atas samsels aydayız ko tazemlo funksiyonuyor. Tam Rusma sakatolos gayetiyan ses kolak. Tuvaliz Mokmedi tümü kuydum siz. Evet, Mokmedi tazari yarız arıp da oraya atas. Yok o dangre ol, daha kuralı bir sani sağlıkını. Ta oraya atas tormeseliz arıp da tam indinarı sahur edin. И сейчас мы делаем, а нам дендагрел тазарщик сахуре, а ну арслево да, араглис бифтево да, но грамм, кое арис целовал от фазы сум дняр, сахуре это стоит, если да, ну кое арис ик монастери арис сахуре были, кое береги сторове. Овел ты уйм сахуре да сум дняр, да. Эс мама там монастери, хо? Ки, на том монастери арис кое сахуре. Друзья, сейчас общался батюшка, и он по-русски не очень грамотно говорит. Сейчас зайдем внутри храма, посмотрим. И то, что он нам расскажет, я потом попозже озвучу на русском языке. Мы говорим, Арида Дагавич, это из Гамоцера. Гак, это комментарии. Здравствуйте, лайки видео. Бюрман Халхманахос из видео. Мадлот. Ուաղատգինես կազդացկուտես մերի ոկովիլի խոպ սոլի դա ախալի ուծխոյելի արկիտեկտորի էլ սոլի դա ախալի սեցման առաստես։ Իկարից մինդանացիլ է բիարիս իկ ավիտողնաշին էր դիստրոս արիս շեցիրելու իշվե Соли мозаик арс, какие сечения там из кадра, какие там вот кино. Мозаик арс, тацу. Сам пьяный мозаик арс, тацу. Ну, как это я говорю, как это? Все иначе смотрели, а все готовы. Ну, кому чинили голосы, сами. Шесть, да? Исхарит зуэлия. Инвестиция по торчению не может нагрывать операции по СССР. Исхарит зуэлия. Если ахали квалики, сейчас отца. Исхарит зуэлия. Исхарит зуэлия.
то 2018 წლიდან უკვე დაიწყო აღვენა და ძალიან ლოცვას მიმდინარეობს. Тазарში. Рагацеები მე სანამ იქ იყო რაგაცეები. არქეოლოგიებს კონდათ. რაგაცეები ნახეს ადრე. ანუ მე დააკონსერვეს იქ და დაფარეს თავისთან. ათას სამ წელს არის აგებული. 11-12 წელს. ათას სამ წელს. Друзья, вот что нам рассказал священник этого храма. Храм Баграта был возведен во время правления Баграта III. Началось его строительство в конце X века, а завершилось в 2004 году. Храм играл важную роль в истории средневековой храмовой архитектуры Грузии. Именно в 1089 году был коронован Давид IV строитель. Почти 100 лет Баграт стоял в первозданном виде. Но в 1691 году его ждала беда. Во время нападения турок храм отчин пострадал. От порохового взрыва разрушилась кровля сооружения и обвалилась купол. А в 1770 году российские войска во главе с Тутлебеном захватили город Кутаиси и уничтожили всю восточную часть храма. С тех пор и до 2010 года храм Баграта представлял собой руины. Но несмотря на это, в 1994 году храм внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2010 году президент Грузии Михаил Саакашвили начал реставрацию храма, но организация ЮНЕСКО потребовала прекратить строительство и даже внесла храм в список всемирного наследия, находящийся под угрозой. После переговоров, в которых участвовал грузинский патриарх Илья II, в 2012 году реставрация возобновилась. На куполе храма установили бронзовый крест высотой 2 метра и весом 300 килограмм. А сам храм восстановили до первоначального вида. Главная особенность храма Баграта – это его по-настоящему грандиозные масштабы. Эффект усиливает то, что храм расположен на горе. Он виднеется практически из любой точки города. А с этого места открываются невероятно живописные виды на Кутаиси, реку Риони и Рачинский хребет. Впечатляет стиль архитектуры. Огромные каменные блоки делают Баграты особенным сооружением, не похожим на другие храмы Грузии. Храм обнесен крепостными стенами, которые в прошлом служили укреплением города, который в 1777 году, как я вам рассказал, русский генерал Тутлебен разгромил, уничтожил. Добраться до храма Баграта не составит труда, так как он виден из любой части города.
Из центра можно дойти пешком минут за 20 или подъехать на машине к храму. Видит, там идет как раз улица Баграт. Храм Баграт – это самое интересное и самое посещаемое достопримечательности Кутаиси. Взглянуть на этот архитектурный седер приезжают не только путешественники, но и местные жители из разных уголков Грузии. Уважаемые друзья, не забудьте подписаться, сделайте комментарии, ставьте лайки, чтобы побольше людей увидели видео. Спасибо, до встречи!